Всем привет! Это видео записывается специально для канала Банковский. В этом видео я вам сейчас расскажу, как же узнать баланс своей карты через телефон. Ну, смартфонами сейчас пользуются все, включая там и пожилых людей, да, бабушек, дедушек, мамы, папы, все подростки. В общем, сейчас с этим проблем никаких нет по поводу выхода в интернет. Поэтому каждый, скорее всего, наверное, имея смартфон, имеет приложение в своем телефоне Сбербанк Онлайн. Через это самое приложение вы, соответственно, можете и просмотреть и баланс вашей карты, и все операции, и запросить какие-то выписки, сделать какие-то платежки. И там, соответственно, большой выбор и список всех доступных услуг. Сложностей там никаких нет. Заходите в личный кабинет, установив приложение Сбербанк Онлайн, и сразу там показываются все ваши карты и какой баланс на ваших картах. Если вдруг у вас нет возможности установить приложение там, да, либо не можете, либо не знаете как, то вы также можете с помощью телефона зайти просто в свой браузер, там Google, Яндекс, там чем вы пользуетесь, и набрать в поисковой строке, да, Сбербанк Онлайн, и там зайти в личный кабинет просто через интернет. Там же вы точно так же увидите все ваши банковские карты и какой баланс на какой карте. Но могут быть и такие нюансы, что нет возможности выхода в интернет, нет возможности зайти в личный кабинет, а срочно нужно узнать, какой же баланс карты, да, чтобы там сходить в магазин там, либо сделать какую-то покупку. Тогда для таких случаев Сбербанк придумал несколько комбинаций. Да, вы можете проверить баланс вашей карты либо через SMS, либо по коду USSD. Если через SMS, то просто отправляете слово «баланс» на номер 900, и в ответном SMS-сообщении вам приходит баланс вашей карты. Если у вас карт несколько, то тогда отправляете баланс, последние 4 цифры номера той карты, с которой хотите проверить его, и также отправляете на номер 900. Либо же можно по комбинациям. Там вообще проще, просто набираете звездочка 900, звездочка 1 и решетка вызов, и вам в ответном смс приходит ответ с вашим балансом, также с номера 900. Тут точно так же, если у вас карт несколько и нужно проверить какой-то определенной карты баланс, то тогда набираете звездочка 900, звездочка 1, звездочка, 4 последние цифры номера той карты, с которой хотите проверить баланс, решетка и вызов. И вам также придет смс-сообщение с ответом о балансе по вашей карте. Как видите, то есть прям вариантов есть уйма. То есть если вдруг у вас прям сложная такая ситуация, даже просто кнопочный телефон, вы с легкостью все равно проверите баланс вашей карты. В этом случае Сбербанк заботится о каждом клиенте. Ссылки на лучшие дебетовые и кредитные карты представлены в описании, а это видео снималось специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!